Ну, в первые дни тяжело было, то, что кровь потеряна же была, как бы, а потом уже нас восстановили, более-менее все, порядок привели, и как бы сейчас уже нормально все. Может. Да, врачи сделали все, что возможно, все капельницы, все комплекс уколов от бешенства, все полностью. Мы приехали, нас когда привезли специальный санборд, организации, конечно, организовали нам перелет на вертолете экстренно. Приехала бригада врачей из Клифа, санавиация, 6 врачей было, полностью оборудование привезли, кислород там, все, реанимация, ну, полностью реаниматологи, они упакованы. В общем, все, они приехали, увидели, что мы хотя бы на ногах, это уже облегчило им задачу, вызвали вертолет, вертушкой до аэропорта Талакан, там санборд, самолет нас перевез уже непосредственно в Москву. Вот, все как бы оказано грамотно, и врачи очень удивились, что тот хирург в деревне, вот в поселке Витим, настолько оказался золотыми руками, что они даже после него ничего не переделывали. Швы не перешивали, бандажки все стояли. Ну, все грамотно сделал. Огромное спасибо этому врачу хотим высказать, да. А он, в свою очередь, сказал, что вот Эдуард Галеев нам оказал первую помощь, тоже грамотно. Ну и бригада скорой помощи, которая на месторождении нас сопровождала, тоже молодцы, все как бы это. Все сделали быстро, оперативно. Да, работодатель по полной на все 100% поддержку оказывает. Вчера приезжали к нам руководители наши, ну, с московского офиса. Да, Денис Журавлев. Денис Журавлев, и Марина Володина приезжали, они к нам, тут с нами побыли некоторое время там. Ну, привезли вещи, фрукты, естественно, как обычно в больницу. Молодцы, насчет этого вообще проблем нет. Организация не забывает нас, полностью внимание уделили нам. Усиленная, как бы все. Все звонят, волнуются постоянно. Сейчас собираются наши семьи привезти полностью организации им оплатят период проживания здесь в гостинице, все нужды, вплоть до психолога, сказали, все сделаем, все исправляем. Да нет, не страшно, чувствуется. И, ну, когда комплекс пройдет полностью нашего лечения, как бы реабилитацию пройдем, тогда уже и на работу, когда все исцелится, все нормально будет, когда заживет, все, как говорится, потом уже на работу, возможно, и отпустят.